В Химках прошел футбольный турнир за кубок главы округа. На поле стадиона «Новые Химки» собрались 32 школьные и дворовые команды. С приветственным словом перед юными спортсменами выступил Дмитрий Волошин. Наши дети лучшие дети. Наши игроки лучшие игроки. Мы видим результаты футбольного клуба, который сегодня 11 провел матчи и пока не было поражений. Химки – сильный город, это город героев. Турнир за Кубок главы проводят в городе второй раз. В нем принимают участие дети в возрасте от 8 до 14 лет. На трибунах друзья и родители игроков. За своего сына пришел поболеть и Дмитрий Орешин. Очень часто мы с ним, да, тренировались во дворе с мячом, отрабатывали финты различные. Да, конечно, дворовый футбол – это большая такая полезная вещь, пригодится потом по жизни. Игры проводят по олимпийской системе на вылет. Организаторы считают, что соревнования в таком формате помогают готовить спортсменов к участию в большом футболе. Все самые яркие звезды начинали с двора, с площадки, с песка, со всего что угодно. И они становились именно этими звездами, которые есть сейчас, только благодаря собственным навыкам и собственным желаниям. А мы предоставляем возможность ребятам раскрыться. Первую игру турнира посвятили 80-летию Химок. Праздничные мероприятия пройдут в городе с 1 по 7 сентября и завершатся концертом на стадионе «Арена Химки».